село Печище. И здесь рядом на берегу Волги старая мукомольная фабрика купца Конюшникова. Был у них хлебозавод, сейчас он, по-моему, не работает уже. И пристань здесь такая. Вот здесь остались еще старые печи для обжига известняка. Поэтому село, видимо, Печище и называлось. Сколько летает. Видимо, чувствую, что здесь зерно есть. Там наверху находится, раньше, во всяком случае, была керамическая фабрика. В советские времена было трудно с плиткой для оклейки ванн, кухонь, ездили в Верхний Слон, и там в магазине всегда была хорошая красивая плитка с этого Печищенского завода. Здесь внизу вот водозабор на берегу Волги, и он поднимал оттуда воду, забирал для этой фабрики.
Вот и печищенская фабрика. Похоже, все здесь стоит. Работы нет. Старые еще каменные стены с контрфорсами. Из камня сложно. Там внизу осталось Захваткино во враге. Отсюда хороший вид на Волгу. Всему видно, это фуникулер или подъем у горнолыжников на крутую гору сюда, оттуда снизу, куда они ездят. Ледяная яблоня. После дождя она так вся покрыта льдом. Ледяные узоры, замерзшие деревья. Какая красота! Здесь синим и морозом все украсило.
Отражаются облака на льду Волги. Тени отсюда видно. Все стадо чешет сюда. Вот еще одна уходящая эпоха. Старый дом полукамушек.
это улица, Печищенский тракт. Старая, древняя улица. Здесь провал в старую известковую штольню. Видно, оттуда пар поднимается. Близко подходить опасно. Отсюда сверху такой вид прекрасный на Волгу. Как на ладони весь берег тут видно. С этой верхней горной стороны. Внизу домики там стоят.